Друзья, всем привет! Меня зовут Таисия, и сегодня я хочу познакомить вас с вертикальным пылесосом 2 в 1 от компании Hitford, модель КТ-543. В комплектацию входит пылесос с установленным пылесборником и фильтрами, съемный аккумулятор, удлинительная трубка, щетка для пола с установленной турбощеткой, узкая насадка 3 в 1, блок питания, настенный кронштейн с креплениями, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и коллекционный магнит. Собирается пылесос элементарно, с этим справится даже ребенок. Вертикальный пылесос Hitford КТ-543 идеально подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек на кухне или песка в коридоре после прогулки. А маневренная турбощетка помогает произвести качественную уборку ковровых покрытий и прекрасно справляется с удалением шерсти домашних животных, волос и ниток. Кстати, щетка для пола оснащена подсветкой. Это значительно облегчает уборку даже в самых темных уголках дома. Пылесос имеет две скорости работы. Одно нажатие на кнопку включает пылесос на низкой скорости. Для переключения пылесоса на высокую скорость нужно нажать на кнопку, расположенную над кнопкой включения. На высокой скорости вертикальный пылесос работает 20 минут, на низкой до 30 минут. Этого вполне хватает для уборки всего дома. Обычное время заряда аккумулятора составляет примерно 5 часов. Вертикальный пылесос готов как к генеральной, так и к локальной уборке. При отсоединении удлинительной трубки он превращается в ручной пылесос, с помощью которого можно пропылесосить углы, плинтусы, обивку мебели, коврики в автомобиле или багажник. Основные плюсы вертикального пылесоса – это то, что он беспроводной, а значит мобильный и портативный. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, то есть можно спокойно использовать этот пылесос даже там, где нет электричества. Например, в дачной беседке или в салоне автомобиля. Также одним из главных достоинств вертикального пылесоса является его компактность. При хранении он занимает мало места, и для владельцев небольших квартир приобретение данной модели будет оптимальным вариантом. К пылесосу, кстати, прилагается кронштейн для настенного хранения устройства. Пылесос оснащен маневренной щеткой для пола, которая вращается в двух плоскостях. Благодаря этому он может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Узкая насадка 3 в 1 удобна для таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура. Выдвигающаяся ворсовая часть щетки может использоваться для чистки ковров, ковровых покрытий и ковриков в салоне автомобиля. А часть щетки с микрофиброй предназначена для чистки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора и шерсти с деликатных поверхностей, которые легко поцарапать обычной насадкой. У данного пылесоса съемные фильтры и пылесборник, который легко чистить после использования, мыть и сушить. Контейнер легко снимается и очищается. Делайте это прямо над ведром. Процесс занимает не больше минуты. Вертикальный пылесос Hitford КТ-543 просто незаменимый помощник в поддержании чистоты и порядка в вашем доме.